Всем привет! Сегодня мы покажем, какой блокнотик я сделал сам. Вот такой вот форма пакетика с молочком. Молочный блокнотик. Улыбается. И я к нему вклеил наклейки. Вот первая наклейка — это такой тост откушенный. И тут подписано: твой кусочек. Тут во втором миска, в которой сидят три крольчонка. И тут написано: вместе не тесно. В третьем, вот это вот, здесь написано, ну там написано: любой в воздухе. А четвертое — это вот такая вот ручка, которая держит вот здесь сердечко. Пятая наклейка — это чашечка чая, из которой вместо пара выходят сердечки. Шестая наклейка очень странная. Заяц, который плюхнулся в сердечке. Четвертая — тут написано: я тебя люблю. То есть люблю. А пятая, ой, не четвертая, ладно, шестая, седьмая. Седьмая наклейка — это... Восьмая наклейка — это облачко, на котором висят сердечки. Девятая наклейка — это кексик с сердечками, с торчащим сердечком. Десятая наклейка — это какой-то человечек. Человечек, который дарит сердечко. И тут написано: для тебя. 11-я наклейка — это пингвин жонглирует сердечками. 12-я — это такой вот такое вот облачко, в котором написано: ты моя мелодия и нотка сердечками. 13-я — здесь такая вот стрелка. Там три сердечка. Такая вот, сердечками. Вот это вот чуть непонятно. Это наклейка. Две мишки сидят вот так, повернулись к нам спиной и смотрят на рассвет. Здесь написано: вместе встречать рассвет. Здесь в конце есть букет сердечек. И... две груши. Мы классная пара. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Кому понравилось этот красивый молочный блокнотик, пишите в комментариях, какие еще блокнотики сделать и какие наклейки. Всем пока.